Всем добрый день. Привет. Сегодня мы едем на дачу для того, чтобы посмотреть, что там и как у нас. Живут наши курочки целую неделю. Покормим, попоим. Сейчас все увидим. Цыпочки мои. Цыпулечки мои ходят. Цыпочки мои. Цыпа. Петя, Петруша. Петя, Петруша. Цыпа. 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 Да, курочки кушают, мои хорошие. И Петруша с ними. Беленькая курочка на яички села. До этого черная садилась. На яички пока приходится отбирать. Холодно, некуда их деть потом будет. Да, цыпа моя, жалко мне тебе мамочку такую хорошую. Курочку нашу, да. Так, расшапанькалось все. Вот, мои хорошие, вот, кушайте на здоровье. Курица села на яички, да. Чего ты села зимой? Холодно? Ну, давай я заберу. О, кусается. Видишь, как расшапурькалась. Ну все, сиди, яйца все отобрала от тебя, да. Надумала. Пока. Пусть остается с Богом наш домик и наши куры. Да. Едем. Возвращаемся домой. Почистили все у ворот, снег почистили, все тропинки почистили. Курочка у нас одна отличилась, села на яйца. Пришлось, конечно, все это убрать.